Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер. А значит, это 16-я серия моего прохождения игры Gran Turismo 1 на PlayStation 1. Так, ну в прошлой части мы с вами участвовали в чемпионате на выносливость на трассе Grand Wally Speedway. Участвовали, надо сказать, с переменным успехом, и в итоге победить не удалось. Заняли второе место, почетное второе место, но все-таки второе. Выиграть не удалось. Вот. Ну, ничего страшного, это гонки. Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим сегодня покорять чемпионаты на выносливость. Вот. И значит, я думаю, что мы пройдем этот чемпионат на вот этой вот машине Nissan Skyline R33. Я помню, и в детстве проходил этот чемпионат на ней, на этой машине. Но нам надо будет ее немножечко прокачать. Точнее, не немножечко, а так вполне серьезно. Благо, денег нам дали. Все-таки за второе место немало. Прошлый раз. А, так. У нас кое-что куплено на нее. А, хорошо. Так. Прокачиваем. Ну, на полную ее прокачивать не будем, потому что она будет совсем неуправляемая. Я думаю, что, может быть, даже второй стадии нам достаточно будет турбины, турбонаддува. Так, тормоза у нас куплены? Нет. Ставим. Баланс. Ага, подвеска куплена. Стабилизаторы. Угу. А, в движке, похоже, все. Нет, не все. Так, ну почти 600 лошадей. О. Редко у каких машин есть вот увеличение объема этот параметр. Ну, Sky есть. Так, покрышки, скорее всего, тоже есть. Гоночные, да. Отлично. Так, сцепление. Да, прошлый чемпионат, конечно, дался нелегко из-за машины MSX, но ничего страшного. Я как бы сам вам сказал, что я буду участвовать на том, на чем вы захотите, и в итоге вот выпал MSX, все нормально. Получилось, я думаю, хоть даже если и не выиграл, получилось довольно интересно. Но машина, надо сказать, действительно очень такая по управлению жесткая. Прям я не ожидал, если честно, что настолько она будет сложна. Так, ладно, забыли. Впереди у нас новый вызов, новый чемпионат. Осталось два чемпионата ночных. Это R11 прямо и в обратку. И сегодня мы примемся за R11 прямо. Так, вот опять же на чемпионатах на выносливость почему-то не пишут, сколько денег дается. Так, ну что, приступаем. По идее, это покороче должно быть видео, потому что тут всего 30 кругов, насколько я помню, а не 60, как было в Grand Wally. Да, они немножко, я думаю, подлиннее будут, чем по грантволю. Но, тем не менее,
по количеству кругов в два раза меньше. Так, смотрим. Ага, у нас... Что у нас за соперники? Тут Лансер, Сиф. Угу. Так. Да, по лошадям что-то мы мощнее. Так, и они в гоночной раскрасочке все будут. Ладно. Думаю, менять мы ничего уже не будем. И поедем такой конфигурацией, которая есть сейчас. Так, ага, примера первая. Интересно. Так, ну что, стартуем? Да, вот всего 30 кругов. Ну, я думаю, эта гонка займет немногим меньше часа, по идее. Ух, а Лансер-то как ушуршал со старта. Красавчик. Так, R11, большой вызов, очень большой вызов для гонщиков. Для проверки всех способностей. Ух ты, и сразу у нас такая авария мощная. И тут же Лансер пользуется этим, дабы выйти вперед. Но не дадимся подлецу. Да, чувствую, тут из соперников-то по сути будет один только Лансер. Тоже полноприводный. Раллийный такой агрегатик. Ой. Ой. Так, что у нас на прямой получится выжить? 300 поедем. Да. Отлично. Магический рубеж превзойден в 300 км. Да, насчет Гранд-воля 60 кругов опять. Я думаю, все-таки перепройду его. И перепройду, наверное, после того, как одолею... Извиняюсь. После того, как одолею вот этот чемпионат и следующий, то есть R11 в обратку. И тогда, думаю, мы перепройдем чемпионат Гранд-воли 300 километров. Потому что там... дают за него, насколько опять же я помню, я не читал, нет, я вот по своей памяти, по-моему, за тот чемпионат дается вот как раз таки Supra Castrol, как вот спешл модель в Тойотах, и я хочу ее заработать, дабы пройти на ней последний чемпионат. Чемпионат мира Гран-туризма, вот, про который я говорил в последних паре видео,
что я последним буду его проходить. Вот, и он такой, ну, тоже там 6 раз, довольно сложный. Там мощные машины, и вот я хочу его пройти на этой Супре Кастрол. Так скажем, канонично. А, вот. Так, 1.49. Ну, кстати, круги-то эквивалентны примерно. А, ну нет, секунд на 10 медленнее. А, я уже не помню, по Гранд-Волю лучший круг был там. Что-то в районе 1.38, по-моему. Или 1.36. Ага. Где-то под конец гонки я там поставил. Здесь пока что 1.49, но все-таки, да, эта трасса помедленнее будет, да и подлиннее Гранд-Воли. Так что чисто по времени круга она... Ой-ой-ой-ой-ой, ух, в притирочку. Да, но из-за того, что здесь всего 30 кругов, гонка получится, конечно, гораздо короче. На Гранд-Воле у меня ушло 1:42. Ну, здесь, я думаю, где-то минут 50. Минут 50 мы уложимся. Ну уж в час-то точно. И также, вот, ну, получается, осталось по Гран Туризмо, я сделаю еще 3 видео, включая это. То есть вот будет вот это видео, и после него еще 2, соответственно, ну, а, нет, получается не 2, а 3. Да, потому что еще будем перепроходить Гранд-Воли, вот, и получается 3 видео после этого еще будет. Ну и в последнем видео я планирую там, в общем, следите за тем, как я выкладываю видео. И в последнем видосе, значит, я планирую сделать там анонс того, что будет после Гран-Туризма. Так что, как говорится, будьте поблизости, будьте рядом, следите за эфиром. Вот, и я там проанонсирую, ну, то, что я буду делать дальше, чем я буду заниматься дальше. Вот, я думаю, понравится вам должно. Есть задумки также на сейчас вот на зимний период. По идее, тут должно быть не так напряжно. Тут сейчас, ну, конец лета, осень была, тут огороды, дела разные, там незаконченные еще с лета доделывались, вот, работа. Поэтому времени было, скажем так, в обрез. Но сейчас, я думаю, будет времени немножко больше. Надеюсь, по крайней мере, на это, если ничего неожиданного не случится. Вот, и есть там планы на зиму тоже. Ну, естественно, относительно канала своего. То есть, относительно того, чем я буду заниматься в этот период. Так что, в общем, следите за каналом. Я, может быть, буду туда в дальнейшем какие-то небольшие ролики выкладывать, где я буду, ну, говорить о том, что вас ждет в ближайшее время, чтобы вы не скучали во время того, как я, допустим, ну, что-то делаю, занимаюсь там монтажом или подготовкой видео, что времени проходит довольно много. Ну, чтобы как-то обстановочку разрядить, буду коротенькие какие-нибудь видосики выкладывать, дабы
немножко вас порадовать. Вот. В общем. Как-то так. Еще вот опять же на чемпионате, когда мы с вами Гранд Воли проходили, там, конечно, было не до разговоров. Ну, сами понимаете, я и там говорил, извинялся перед вами, конечно, но еще раз, может, хочу извиниться, да, что там так получилось. Может быть, из-за этого, ну, не так было интересно смотреть. Но постоянно эту жужжание двигателя круг от круга, наматывание по кольцу без комментариев. Но там, ну, машина реально не позволяла. Не позволяла расслабиться просто, ну, ни на секунду. Стоило там что-то подумать немножко не о том. И все. Тут же она наказывала. Тут же прямо следовал вылет или разворот, или еще что-то. Ну, конечно. Ну, зато, ну, не знаю, вам, может, интересно. Интерес был не очень большой, но мне было довольно интересно ей управлять. Вот, я действительно, мне понравилось. Здесь таких проблем, в общем-то, не должно быть, поэтому можно немножко будет сейчас поговорить. Вот, в ходе этой гонки. Ух ты. Развернула. Заболтался и все-таки и здесь ошибся. Так, ну, в общем, о чем я хотел, собственно, поговорить. Меня очень сильно, ну, шокировало, как и многих. В общем, начнем по порядку. Это с Гран-при Японии. То есть хочу немножечко о Формуле 1 поговорить. Благо знаю, что один из моих подписчиков и тех, кто следит за моим каналом, он тоже, ну, как бы, в Формулу 1 увлекается, является болельщиком. Уж ему-то, я думаю, будет точно интересно послушать. Ну и, в общем, о чем я, собственно, это об Гран-при Японии, и, собственно говоря, больше, чем он запомнился, даже не то, что там была борьба или дождевая гонка, коих было в этом сезоне очень мало, а тем, что за долгое-долгое время в Формуле 1 произошла, ну, не побоюсь этого слова, страшная авария. Ой, Жюль Бьянки попал, ну, конечно, в удивительную ситуацию. То есть там столько факторов сошлось, что вот произошла именно такая жесткая авария с такими последствиями очень негативными. Сейчас он, вот, прошло с тех пор уже 2 недели, даже больше, и он до сих пор находится в японском госпитале, там же близ Сузуки. До сих пор в критическом состоянии, и, собственно, по большому счету-то ничего о нем, о его состоянии, ну, неизвестно, и никакой информации не обновляется. Вот последнее, что говорил его отец, это то, что, ну, естественно, все мы молимся, все мы желаем ему скорейшего выздоровления, возвращения в строй, как говорится. Но ситуация на самом деле тяжелая. Тяжелая. Последствия этой травмы. Ну, в общем, не будем говорить о пессимистичных каких-то вещах, но травма действительно очень тяжелая. Травма головы, головного мозга. Ему провели операцию. Удалили гематому, но он по-прежнему находится в коме. Вот. И там, конечно, за ним уход первоклассный, то есть там
пригласили туда одного из лучших нейрохирургов Италии. Жан Тодд сам лично, как своего друга, вот итальянского нейрохирурга, туда пригласил, он там тоже находится. Вот. Авария, собственно, произошла. Началось все, в общем-то, с такого, ну, обычного, скажем так, инцидента, не очень тоже приятного, но которые случаются практически в каждой гонке. И ничего примечательного, в общем-то, не было. То есть на, по-моему, на 42-м круге вылетел Адриан Сутиль в повороте Данлоп. Ну, кто знает конфигурацию Сузуки, тот поймет, кто не знает, тому и объяснять незачем. В общем, скоростной поворот, довольно сложный, такой в подъеме, закрытый. И, ну, гонка-то была дождевая, поэтому плюс в тот момент там дождичек усилился. И, в общем-то, не мудрено, что Сутиля там сорвало, и он вылетел. Условия были жесткие, погодные. Плюс он был еще в тот момент на промежуточных шинах. Ну, а как я сказал, дождь-то уже усилился к тому моменту. Вот, ну и может в том месте трассы было немножко, полотно более скользким было. Вот. Ну и вылетел, значит, ударился на довольно приличной скорости в отбойник, там из покрышек. Удар был довольно жесткий, машина, конечно, сильно пострадала, но благо сам он не пострадал, сам вылез из машины. Ну и, в общем-то, стоял в том же повороте, ждал, видимо, окончания гонки, может быть, никто не на ком было, так скажем, добраться до боксов, или просто решил досмотреть гонку там. Ну, в общем, не суть важно. В общем, он остался в том повороте, ну и стоял, наблюдал, как там эвакуируют его машину. На трассу выехал, точнее, не на трассу, а вот на эту полосу безопасности, на газончик. Выехал эвакуатор, ну, такой трактор спереди с крюком с таким, дабы зацепить машину Сутиля, ну и увести ее с опасной зоны куда-то за ограждение, за барьеры, ну и там оставить, чтобы никто в нее не врезался. И надо ж такому случиться, что ровно кругом спустя, круг спустя, в этом же самом месте, практически так же, но немножко даже хуже, потому что Сутиль, когда вылетал, его машину закрутило, и он терял скорость. А Бьянки, получается, его с траектории сорвало, и он машину-то поймал. То есть она у него, практически не теряя скорость... Так, вот опять я заговорился. Практически, значит, не теряя скорости, Бьянки влетел под этот трактор. То есть его машина, его болид прям вот в заднюю часть этого трактора. Даже ладно бы еще он в колесо как-то влетел бы, ну, в резиновую часть его, вот, колеса-то у него здоровенные, удар бы там все равно смягчился. Тут даже страшно не то, что он в сам трактор врезался, а то, что он именно под него залетел. То есть машину, ну, просто разворотило в куски, ему буквально срезало вот этот воздухозаборник, дугу безопасности, которая, ну, позади пилота находится. И он, получается, видимо, еще или может шлемом ударился об железку, или может быть, ну, просто удар был такой силы, что он повредил его даже об стенку своего кокпита в голову. Потому что, ну, как говорят, а потом представители ФИА говорили, что удар, ну, страшной силы был, там 92G. Ну, это реально кошмарный удар. Вот.
И, естественно, Бьянки тут же потерял сознание, отключился. Вот. Ну и его из машины вытащили. А еще в трансляции там так интересно получилось, что с тех камер, с которых показывали прямой эфир во время вот трансляции прямого эфира, там под таким углом обзор был, что видно вот этот только трактор было. Его, так скажем, передок. И было видно зацепленную машину с утиля. Ну и все. Видно было, как он уезжает за ограждение. Потом что-то раз, ну, показывают этот же самый момент. И смотрим, что трактор-то, собственно, остановился почему-то и, ну, дальше не продолжил движение, то есть не уехал за барьеры и также и остается на трассе. Машина безопасности потом туда подъехала, точнее, ну, на трассу выехала, а туда подъехал медицинский автомобиль. Ну и вот комментаторы, Алексей Попов, там, Фабричного, они решили, что это, ну, мол, сутиль что-то пострадал. Но на самом деле было видно, что он из машины-то вылез сам, и вроде как все с ним в порядке было. Потом табличку дали, показывая эту картинку вот с этим трактором, что Жюль Бьянки. Но Попов, мол, говорит, что это неправильный титр, это сутиль на самом деле. Ну, видимо, информации у них тоже не было. А потом спустя где-то круг еще... Им, видимо, туда в комментаторские кабины все-таки сообщили, ну, дирекция гонки, она их информирует, что происходит. И они все-таки сказали, что это действительно туда уже постфактум влетел наш, ну, не наш, а пилот нашей команды Маруси Бьянки, значит. Ну и вот его там, значит, это над ним работают медики. Ну и потом в интернете я там нашел слова, ну, дирекции гонки, организаторов, что они, то есть в трансляции не был показан момент вылета Бьянки. Только сутили вот показывали, а как Бьянки вылетел туда, этих кадров в трансляцию не пустили. Просто потому, что они были, и камера засняла это. Но их не пустили из-за того, что, ну, действительно, ну, кадры жуткие. Просто кошмарные. Я потом в интернете сам нашел на YouTube. Кто-то снял, видимо, или с трибуны близлежащие, или, может, кто-то из маршалов, который находился там поблизости, в другом повороте. Но кадры действительно жуткие, то есть... Со стороны там все-таки гонку уже смотрят и родители Жуля. Ну и чтобы не шокировать их, видимо, решили не показывать кадры, потому что этот вот трактор, он весит, ну, пару тонн, а там момент удара, ну, он просто в воздух подлетает. То есть когда машина влетает под трактор, трактор, ну, всеми четырьмя колесами, он, блин, от земли отрывается и подпрыгивает. То есть там, ну, страшнейший удар был. Так, пора на пит-стоп заехать. У меня совсем резина уже не держит. Вот, и... Кадры жуткие, кстати, на самом деле. Ну, я думаю, тот, кто хотел, тот нашел, в общем-то, эти кадры. Посмотрел. Вот, ну и... Конечно, сейчас до сих пор все... находится в таком состоянии шоковом, потому что, ну, действительно, таких серьезных аварий не было, ну, со времен Айртона Сены, вот, и Роланда Ратценбергера. Это вот черный уикенд, печально знаменитый, в Имоле 94. Да, были шокирующие аварии, ну, так скажем, внешне, когда казалось, что, ну, все, кошмар. Но настолько тяжелых последствий для гонщика не было вот именно с тех времен. Да, была в 2009 году авария, конечно, Массы, когда ему эта пружина в голову прилетела, но все равно тогда как бы
что же, речи о его жизни не шло. То есть, да, понятно, тяжелая авария, но тогда, ну, он глаз мог потерять, конечно, там. Вот, ну, в итоге все обошлось, слава богу. А вот чтобы именно так вот в жизни пилота угрожало, такого не было очень давно. Ну и сам Сутиль, он видно, что в шоке, и в шоке он находился, и не отошел, видимо, от этого психологического удара. Почему я говорю Сутиль, что да, понятно, что не он спровоцировал аварию, но как бы из-за его машины все-таки выехал этот трактор, и чисто психологически понятно, что человек, ну, не может полностью, ну, так скажем, абстрагироваться от этого факта, что все-таки эта машина, этот эвакуатор выехал именно из-за его аварии, эвакуировать его болид с трассы, и не будь этого эвакуатора, я думаю, таких серьезных последствий для Жуля не было бы. Вот, поэтому все, конечно, ну, болельщики Формулы 1, да, я думаю, не только болельщики, а те, кто, ну, следят хотя бы немного за событиями в мире спорта, в мире автоспорта, конечно, все сейчас думают о Жюле, о том, чтобы он как можно скорее поправлялся, выздоравливал и возвращался к своей повседневной жизни, к своей любимой работе. Вот.